На совещание пригласили сотрудников правоохранительных органов, глав районов, начальников управлений мэрии, сотрудников муниципальных предприятий. Всего около 200 человек. На заседании совета обсуждались дальнейшие шаги по совершенствованию антикоррупционной политики в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов отметил, что несмотря на все принятые меры, ежегодно из городской администрации увольняют до 10 человек за коррупционные проявления. Работа ведется очень жестко, отметил глава Сочи. Так, например, сегодня на совещании сразу несколько сотрудников мэрии получили строгие выговоры за затягивание сроков рассмотрения актов прокурорского реагирования. Ну а прокурор, в свою очередь, напомнил, что таким сотрудникам может грозить не только дисциплинарная, но и административная ответственность. Вопросы коррупции, вопросы, связанные с преступлением, они являются одними из главных вопросов, которые каждый чиновник должен понимать. Я не раз говорил, что пришли в администрацию служить, потому что служащие. Поэтому говорить о каком-то бизнесе или зарабатывании денег, это просто надо это, по сути дела, исключать из своих, значит, пониманий, даже если они есть. Также был рассмотрен вопрос о грубых нарушениях, допущенных муниципальными служащими при обращении граждан с вопросами, которые касаются земельно-имущественных отношений. «Простой сочинец должен быть всегда на первом месте», – отметил Анатолий Пахомов. «Решение его сложных в правовом плане вопросов всегда должно стоять во главе угла». Также было отмечено, что на следующем совещании будет проанализирована работа МУПов, Водоканал, Теплоэнерго, САХ и других.